Всем привет, меня зовут Аня, я завела этот блог для того, чтобы начинающим моделям рассказать все о модельном бизнесе. В этом блоге я вам расскажу, на чем строится модельная карьера, как правильно себя профессионально вести на съемочных площадках, в чем заключается пиар модели, самопрезентации и чем зацепить самых капризных скаутов мира. Я проучилась в модельной школе, жила за границей год, жила я в Тайване. Также работала в Шанхае, в Токио. Успела поработать с Джеми Ченом. Эмоции были, что раз меня выбрали в Китае, значит, я сейчас приеду, все, будут мне на колени, и будут только так расхватывать, давать мне работу. И я буду работать нон-стоп. Оказалось совершенно не так. Я совсем не представляла, насколько высока конкуренция за границей. Как все начинается? Первая поездка, естественно, очень важна для каждой начинающей модели. После первой поездки модель набирается очень много опыта. Она чувствует конкуренцию, начинает больше над собой работать. Пришлось все начинать с нуля, всему учиться. Главное, что я поняла, в модельном бизнесе нужна жесткая хватка, уверенность в себе в первую очередь. Приходилось работать в ужасный холод, рекламируя купальные костюмы. Также приходилось работать и наоборот, рекламируя зимнюю одежду в жару 35 градусов. Не каждая девушка понимает, что для модели очень важна самопрезентация, поведение на съемочных площадках, что не нужно никогда спорить с фотографами либо стилистами, особенно если они очень знаменитые, и их слово много что значит. Таким образом, модель может потерять всю свою работу. Для тех, кто хочет стать профессиональной моделью и окунуться в жаркую жизнь модельного бизнеса, мы открыли в Санкт-Петербурге школу моделей под названием VA Models. У нас тщательно подобрана эксклюзивная программа. Мы учли все минусы российского бизнеса. С нами работают лучшие профессионалы Санкт-Петербурга по пластике тела. Мы вас научим актерскому мастерству. Профессиональные стилисты подберут для каждой модели нашей школы свой индивидуальный образ. Будет очень сложно. Вы почувствуете, какова модельная работа. Как попасть к нам в школу? От тебя требуется всего лишь прийти на кастинг. Та девушка, которая пройдет кастинг в нашу школу, подпишет контракт с международным модельным агентством VA Models. Если ты хочешь стать профессиональной моделью, этот блог именно для тебя. В своем блоге я охотно поделюсь своим опытом и раскрою все секреты модельной карьеры. Смотрите новые выпуски, следите за блогом. Всем пока!